Всем привет, это прохождение Iron Marines. У нас новая миссия, цель — найти и уничтожить парк техники РАД. Ну чё, погнали, короче. Без лишних слов. Сейчас все начнем. Так, здесь башенки. Погнали, короче. Давайте поставим сильный, потому что на базу постоянно нападают. Так, что тут у нас? Странно, мы что-то построить ничего не можем. Так, вот он приехал наконец-то. Нет, не будет стрелять. Странно сейчас. Так, давай снайперов сделаем. Снайпер, да. Что, они их не замечают, что ли? Все. Погнали, погнали. Так. Фигачим снайперов. И еще нам нужен какой-нибудь. Так, так, так. Давай огнеметчика возьмем. Так, 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 так. Нам надо наверх, но мы сейчас сюда пойдем. Понеслась, да? Так, пошли дальше. Ага, тут какая-то база. Так, еще одна база, отлично. Но здесь ракеты надо ставить. Так, туда надо на подмогу.
Да, здесь они, конечно, посильнее стали. Не, я все-таки своей, наверное, больше доверяю вот этой штуковине. Так, погнали, погнали, погнали. Так, вон туда наверх сначала. Так, здесь нет ничего, погнали сюда. Ну, в принципе, там уже край базы. Давай еще снайперов возьмем. Так, проедем. Так, снайперов ставим сюда. Все, пошли потихонечку. Yes.
Ого, какая база. Ничего себе у них тут. Так, ну хорошо, давай строить. Да, офигеть у них тут, конечно. Пошли, пошли, пошли вперед туда. Не, нормально все. Да, тут такие замесы нормальные. Победа. Хорошо. Так, у нас тут две... штучки, можем получить бабки за них. Сейчас получим. Окейшки. Так, здесь что можем купить? Здесь какая-то крутая штука была. Блин, я ее пропустил что-то. Временно увеличить защиту союзников. Так, 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 так. Снос. Удваивает дополнительную защиту и урон... А. Тройной дополнительный урон. Вот. Хороший навык. Так, давайте вот эту миссию пройдем. Тропы иные.
Да, вот кажется, да? Фигня, а на самом деле здесь есть. Ну, чё попотеть? Так, давай что здесь, вот здесь наверху посмотрим, потому что у них тут постоянно какие-то эти. Эй. Так, отлично, пошли дальше. Так, 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 сейчас посмотрим, что тут у нас такое. Вообще надо, конечно, вот туда идти, получается. Ну там мы по диагонали, так и пойдем, наверное. Да, погнали дальше, не будем задерживаться, потому что они так и будут выходить. Так, ты куда пошел? Все, что ли, здесь?
А, нет. Все, ворота открылись. Победа. Так, здесь 1300 нам даже дали. Этот у нас весь апгрейден, да? 180 рублей стоит. 90, 90. Слушайте, по-моему, цены были вообще другие. 45 рублей, нифига себе. Тут, по-моему, цены были вообще просто конские. Там 700 рублей, 300 рублей там было. А сейчас вон они сделали типа подешевле, да? Так, а... Так, ну что ж, у нас 1390. Способности союзной башни открывать третий уровень, который можно приобрести. Давай, короче, купим. Погнали. Дальше. Игра рогов. Что у нас там по времени? Все окей. Уничтожь ледяную преграду, чтобы расчистить путь для наших. Это новый герой, да? А, вот этот чувак, да, фигачит? Погнали тогда. Только вот эти я бы переделал бы. Снайперов. А вот этого ракетчика. Так, здесь ничего нет. Thank you.
Ага, здесь какой-то центр. Тоже как-то не продумано все-таки, я считаю, то что все-таки мне кристаллов ниоткуда брать. А, базу даже дали, да? Ну, с базы-то уже попроще. А, это типа проход, наверное. Stationing. Placing on. Я так понимаю, они так и будут терроризировать, короче, меня. Так, ну ладно, давай тогда надо будет туда, короче, идти. Понимаю. Потому что они меня сейчас заколебут. Напалмами своими. Так, туда нельзя. Так, 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 так. Reload gun one. Proceeding right away. Understood. Reload.
increase deflection. Да, тут до хренища. Так, ну по-хорошему надо делать вот этих вот чуваков. Да, они, короче, заколебут. Ну вот этот не дойдет, скорее всего. Да, не дойдет. Давай снайперов поставим, потому что они дешевые и в принципе далеко бьют. Не жалко. Не дотягивают они. Так, эти разрушили, да, мою штучку? Хорошо, давай вот это поставим. Да, много их тут, много. Понятно. Сюда.
Так, что это такое? Что какой-то кошмар начался. Так, нужно срочно щит поставить. Еще дополнительный, там что-то не озверели вот здесь. Так, ну что, пошли, короче, на них, потому что это так и будет, я так понимаю. Так, теперь отступаем немножко. Так, уничтожили, да, меня? Ладно. Пошли, пошли, пошли. Так, его, наверное, вот сюда надо. Да, должен добраться до следующего круга войны. Ну все, сейчас доберется. Все, ништяк. Мы даже чуть-чуть прочистили, а потом уже выполнили миссию. Прикольная анимашка. Так, победа.
еще одна дополнительная миссия там. На этом закончим и продолжим в следующей части. Всем спасибо, пока-пока.